предназначены два корабля. Шлюпы «Восток» и «Мирный». Командиром «Востока» стал Фадеев Фадеевич Беллинсгаузен. Пройдут годы, и это о нем скажут. Имя Беллинсгаузена можно поставить наряду с именами Колумба и Магеллана. Командиром «Мирного» стал Михаил Петрович Лазарев, 30-летний лейтенант. Впереди у него три кругосветных плавания, битва при Наварине, командование Черноморским флотом и ученики Нахимов, Истомин, Корнилов. Кронштадт. 4 июля 1819 года. И вот «Восток» и «Мирный» покидают Кронштадтский порт. Весь экипаж был набран из добровольцев. Лейтенант Лазарев лично беседовал с каждым матросом, проверял ловкость и выносливость. Способнейшие офицеры русского флота считали за честь принять участие в экспедиции. Казанский университет направил в плавание астронома Симонова, Академию художеств живописца Михайлова. Хоть и невелики были корабли, но все продумали. Все предусмотрели их капитаны. Новый 1820 год мореплаватели встречали в суровых полярных широтах. Скитались во мраке туманов между бесчисленным множеством огромных плавающих льдин в страхе быть раздробленными сими громадами, простирающимися иногда до 300 футов в вышину над поверхностью моря. Хлад, снег, сырость, частые и жестокие бури беспрестанно нам сопутствовали в местах сих. Писал в своем дневнике астроном Симонов.